Юрий Костюнин, главный тренер Пермского государственного университета. Поздравляем вас с первой победой в сезоне. В последнем матче крайне эмоционально. Поделитесь вашими впечатлениями. Ну, на самом деле, мы ехали сюда за победой. И, наконец-то, она случилась в последней игре. Поэтому очень рады этому. Ну и по таблице мы ушли с последнего места. Это тоже немаловажно для нас. Это дебютный сезон. Не хотелось бы его завершать на такой минорной ноте. Но, по крайней мере, мы порадовали всех болельщиков. А главное, я посвящаю эту победу своей дочери, так как она смотрит все время наши матчи. Ну и сегодня долгожданная победа. Даш, это победа для тебя. Поэтому передаю ей привет. Вот. Ну а сама команда молодцы. Все старались. Сегодня первый тайм не удался. Ну вот во втором сказал ребятам, что надо продолжать играть. Ребята услышали. Вот. Ну и нападающий у нас Саша Мелехов сделал хет-трик, лучший бомбардир. Вот. Ну, в общем-то, много слов положительных в адрес команды во втором тайме. Была видна игра. Все три матча, но в первом тайме выходила на поле одна команда, во втором тайме совсем другая. Что вообще происходило, почему так получилось? Ну, надо делать анализ, наверное, по приезду уже, проанализируем. Да, на самом деле у нас первые таймы не получаются. То ли долго входим в игру. Вот. Ну, надо посмотреть, почему так происходит. Подведите краткий итог дебютного сезона в Национальной студенческой футбольной лиге. Сезон получился непростым. Еще раз говорю, у нас череда травм. Приехали мы не в оптимальном составе. Ведущие игроки выбыли. Вот. Ну, приходилось как-то кроить вот эти дыры, залатывать. Вот. А так в целом все выезды получились крайне насыщенными, напряженными. И каждый тур был вот, как от ножа. Вот. Провели первый тур дома, тоже немаловажно, в Перми. Как бы дебютировали в этом турнире. Так что я думаю, дальше лучше. Спасибо. Спасибо.